Вот такой вопрос мне задали в комментарии к донату. Понимаете, в чем дело? Ваша харизма зависит не от роста, не от объема бицепса и даже не от количества денег, которые у вас есть. Она зависит от того, насколько вам наплевать на то, что думают про вас окружающие. Большинство людей так или иначе реагируют, когда кто-то другой демонстрирует им свое отношение. И даже не важно, хорошее это отношение или плохое. Но если человек никак не реагирует на мнение окружающих и продолжает гнуть свою линию, то люди думают, ага, раз он так себя ведет, то, наверное, для этого у него есть какие-то основания. То есть, проще говоря, люди думают, что если человек ведет себя так, как он хочет, значит, он может себе это позволить. А кто вообще может себе позволить вести себя так, как он хочет? Правильно, тот, кто обладает силой и властью. Если вы ведете себя подобным образом, то ваш статус в глазах окружающих повышается. В общем, если вы положите с прибором на мнение окружающих, в первую очередь на мнение женщин, будете делать то, что хотите, ну, естественно, в рамках разумного, то ваша харизма автоматически вырастет.